Региональный проект «Здоровое сердце ребенка» стартовал 1 февраля. Врачи успели объехать уже 10 районов и осмотреть более 2000 детей в возрасте 12 лет. Как обнаружить и предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы, нам расскажет главный кардиолог Алтайского края Ольга Александровна Григоревская. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Скажите, наиболее часто встречаемые заболевания у детей какие? У осмотренных детей выявлялось более часто нарушение ритма сердца. Примерно у 40% детей мы выявили различные нарушения ритма сердца. В дальнейшем эти дети, некоторые из них уже взяты на обследование, остальные приедут на консультацию кардиолога. Если понадобится, то будут обследованы стационарно для выявления причины данных нарушений и тактики ведения дальнейшего ребенка. Скажите, а дома родителям как определить, что у ребенка с сердцем что-то не так? Дети обычно жалуются на одышку при сердечно-сосудистых заболеваниях, могут появляться ощущения перебоев в области сердца, плохая переносимость физической нагрузки. Какие меры профилактики существуют, чтобы предотвратить или снизить вероятность появления вот такого заболевания? Меры профилактики, конечно, здоровый образ жизни. При наличии отягощенного наследственного анамнеза обязательно обследование детей. Но сейчас по федеральному закону, который действует в Алтайском крае и везде по России с 1 января 2018 года, дети регулярно проходят профилактические осмотры. И начинаются эти осмотры с 1 года. И уже в 1 год можно выявить у ребенка признаки сердечно-сосудистой патологии.